Ну, обычно что говорят? Говорят, я нервничаю. Какой хороший совет? Не нервничай. Расслабься. Да? И я постоянно думаю вот там о том, что она мне изменяет. Не думай об этом. Да? Я боюсь разбиться на самолет. Не бойся. Да? Ну, и это была вообще основа психотерапии, я должен сказать, как это не парадоксально. Вот это весь аутотренинг, сели, расслабились, меня ничего не тревожит и так далее. Вообще не работает ничего. Да, и моя идея состояла в том, что ну, как-то эти состояния должны возникнуть. То есть они же не появляются из ниоткуда. Вот было ничто и породило нечто. Абсурд. То есть были какие-то процессы, которые последовательно привели человека из пункта А в пункт Б. Был не раздраженный, стал раздраженный. Был не расстроенный, стал расстроенный. Был счастливый, стал тревожный. То есть есть вот этот промежуток.